Ранее в Alan Wake. Я написал триллер, события которого сбылись. В 70-х то же самое сделал Томас Зейн. Доверши. Если я продолжу писать по указке темной сущности, Элис не спасти. Это триллер. Не выживет никто. Вы знаете Зейна? Томаса Зейна? Вы пресветлая леди из песни? Он кое-что мне оставил. Щелкунчик. Алан вспомнил это на берегу озера Колдрон с щелкунчиком в руках. Алан сделал глубокий вдох и прыгнул. Я мог вернуться и покончить с этим. Меня мучило похмелье. Голова готова была взорваться, от света болели глаза. Мне нужны были солнцезащитные очки и обезболивающее. В один из прекрасных моментов самообмана я поклялся бросить пить. Так, ну давайте возьмем темные очки и обезболивающее. Где они у нас находятся? Обезболивающее, наверное... Ага, вот очки. Обезболивающее, наверное, у нас находится в ванной комнате, да? Солнцезащитные очки сделали мир немного терпимее. Теперь я мог смотреть на солнце без ощущения, что я вампир. Ты еще и вампир. Интересненько. Таблетки сработали быстро. Перспектива бодрствования становилась приемлемой. Так, покинуть спальню. Угу. Погоди, это ж у нас, по идее, здесь вещи, да, хранятся? Ладно. Нет, так нет. На автоответчике уже ждало сообщение. У вас одно новое сообщение. Ал, ты все еще спишь? Проснись и пой! У тебя должно быть шоу с тобой на твоем Тиво, если Элис крайне психанула и записала его. Она позвонила мне ранее и буквально вгрызлась в меня. Да-да, мы малость перебрали прошлой ночью, но вечеринки — часть этого бизнеса. Ал, слушай, я говорю тебе это как друг. Она делает твоей карьере медвежью услугу, пытаясь вот так твоей жизнью управлять, ясно? Поговорю с тобой позже, Ал, смотри шоу. Вечеринки вот этого дома... Так, давай посмотрим. Блин, может мы всю эту игру, всю эту серию посидим в кресле, посмотрим телек просто. Леди и джентльмены, с возвращением на шоу Карри Гаррета. Спасибо, спасибо всем. У нас замечательный гость в эту ночь. Я беседую с автором бестселлеров Аланом Вейком о его новой книге «Внезапная остановка». Да, чтиво класс, купите ее. Нет, это хорошее чтиво. Знаете, скажу вам честно. Мудро ли это? Нет, но я все равно скажу. Мне о книгах рассказывают помощники, я человек занятой, но эту я прочел от корки до корки, то есть я ваш фанат. Ух ты, спасибо. Выключайтесь, если вы боитесь спойлеров, так как не читали книгу, хотя, судя по продажам, таких пара человек. Но... В последней книге главный герой, крутой нью-йоркский детектив Алекс Кейси, погибает. Такой поворот вызвал массу протестов. Какого черта вы убили Кейси? О чем вы вообще думали? Кейси с возу. Нет, серьезно, ведь 7 лет и 6 книг — это большой срок. Кейси был слишком мрачным, чтобы тратить на него время. Это был хороший старт, но время открывать новые грани. Следующая книга будет погружением в новое я. Ах, вы эгоистичный ублюдок. Только о себе и думаете. Хотя за все эти годы вы доставили нам массу удовольствия. Раз уж об этом зашла речь, Кейси действительно был мрачным парнем. С девушками ему не особенно везло. Это в какой-то степени автобиография? Да, без шуток. Подруги Кейси, как правило, умирали. Цикл о Кейси про его боль. И нет, ничего автобиографического нет. Я женат и счастлив. Моя жена — моя муза. Поздравляю, здорово это слышать. А как прошел рекламный тур? Славно, славно. Но должен сказать, я рад возвратиться домой в Нью-Йорк. Да, в новостях вас в последнее время часто показывают. Куча вечеринок и... Вы подрались с каким-то папарацци. О, черт.
Но он был бельмом на глазу. Я потерял терпение. Я знаю, что это не круто. Вы известны бурным нравом. Ну, а еще я написал несколько книжонок. Итак, ваш последний роман называется «Внезапная остановка», и он уже лежит на полках магазинов. Купите его поскорее. Я сейчас обращаюсь к тем двоим, что еще не купили. Дамы и господа, на сегодня это все. Хочу поблагодарить всех гостей за приятный вечер. Алан Уэйк, Сэм Лейк, Сэм, еще раз. Вот так. И наши исполнители, поэты осеннего упадка. Спасибо и доброй ночи. По крайней мере, я был смешным. Я убеждал себя, что переживу. Привет, Мил. Смотрел шоу? Я не нес ахинею, если ты это хотел. Базочек, я посмотрел шоу. Отойди. Отойди вообще. Аспирин или... Прямо сейчас обсудим мое пьянство? Знаешь, иди-ка ты спать. Что, теперь ты не говоришь со мной? Ну, утром я была зла, потому что ты вернулся в 7 утра и заснул на середине предложения. Сейчас я спокойна. А ты злишься? Проклятый тур! Все пошло кувырком. О, милый. Все почти кончилось, да? Мы вернемся к норме. И ты снова будешь писать. Мне жаль, милая. Алан, ты запутался. Прими душ и возвращайся в постель, ладно? Да, ты права, милая. Извини. Давай потом уедем вместе в отпуск. Только ты и я. Отдохнем спокойно. Каким-то образом Щелкунчик заменил ключ от дома. Надо вернуться на озеро Колдран, чтобы спасти Элис. Я возвращаюсь на озеро, чтобы покончить с этим. Завершу рукопись, и все встанет на свои места. Почему ты не можешь писать здесь? Последняя страница осталась в машинке. Сначала надо ее прочесть. Необходимо все сделать по правилам. Зейн пытался срезать пару углов и жестоко поплатился. Ладно, когда выступаем? Прости, Сара, но мне придется пойти одному. Барри, возьми ее пушку. Мисс Уивер, закройте за мной дверь. Удачи, Ал. Увидимся. На улице было тепло и солнечно. Я нажал на кнопку щелкунчика. Это как-то повлияло? Я повторял себе этот вопрос. Пока светило солнце, необходимо было добраться до озера. На странице Зейна я стоял на краю озера и собирался нажать на кнопку щелкунчика. Туда я и направлялся. Один. При свете дня, окруженный красотой тихоокеанского пейзажа, я позволил, и это было нетрудно, закрасться сомнению в последний раз. Я все еще мог все списать на сон, на галлюцинации. У меня хватило бы воображения придумать что-то вроде этого. Я был в доме все это время, заперт в истории внутри головы. Ныряю в безумие утраты Элис, как утверждал Хартман. И было бы невозможно узнать истину. И я бы говорил себе, что ничто не важно. Но мой курс был проложен. И тоже опять, смотрите, я нажимаю на один, и помните, в прошлой серии у нас было и дробовики, улучшенные фонарики, много чего. И опять оно куда-то делось. Куда оно делось? Игра, ну хватит, может забирать у меня все мое оружие, которое мы находим. Блин, а мы не можем просто щелкунчиком постоянно клацать, чтобы у нас свет был? И таким образом победим тьму, пока мы там пишем с пометки о книгу до конца, чтобы освободить нашу жену. Так, что мы здесь? Давайте посмотрим. Мало ли, может, что-то интересное найдем. Навряд ли, конечно, но все же. Так, о, батареечка. Это хорошо.
Ну что, мы тачку сможем поменять? Да, сможем. Все, давай как бы это. Будем каждый раз на новой тачке. Так, надеюсь, я правильно ж еду? Или нет? Ну, по идее, да. Вон компас слева у нас указывает, что нам ехать нужно по этой дороге. Угу. А тут дальше мы не проедем, да? Придется пешком идти. Как обычно. Что это такое? Меня. Между нами была связь. Она была всегда. Я смог снова почувствовать ее присутствие. Я убью вашу жену. Началось. Все, до побачення. Так, а ты кто? Ты никто. Там вроде бы даже что-то лежало, ну ладно. Побежали. Насколько я понял, это должна быть финальная серия. Так, киш. Должна быть реально финальная серия. Мы с вами должны будем спасти жену. Ну, по идее. Не знаю, как она будет. Все, поехали. И закончить все хэппи-эндом. Блин, ну хоть додумались реально тачку добавить. Потому что если мы пешком бы сейчас бы шли. Это было долго и нудно. Ой. До побачення. Так, бонжур. Давай, ребят, по одному. Хорошо. Все, минус один. И минус второй, да? Ага, ля. Так, давай, наверное, мы знаете, как поступим? Мы сейчас выйдем. Пособираем все, что нам можно будет собрать здесь. Потому что я здесь вижу, вот тут и батарейки, по идее, должны быть, и оружие. И еще что-то интересное. И потом поедем. Не, открыть не могу. Могу. Так, что это такое? Судя по отметке в журнале мотеля, агент Найтингейл остановился здесь, в комнате номер 2. Так, комната номер 2. Взять термос кофе. Не, мне это не надо. Читать. Одно парковочное место. Номер 2. Это, очевидно, было убежище агента Найтингейла, когда он не был занят моим преследованием. И что это нам дает? Вроде бы ничего, да? Так, что это такое? Понял. Ладно, все, ребят, выходим. Больше. Ведите себя, ёб твою. Меня не одурачишь. Падла. Тихо, 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 тихо. Все, давай. В джипа и поехали отсюда. Я, конечно, тут shift прожимаю, но я думаю, что это не пабг. Тут так не сработает. Так, все, поехали. Ёб твою. Пожалуйста, можно мне не пешком это все проходить? Я так понял, нельзя, да? Ладно, побежали. Так, фальшфир, хорошо. Что, серьезно, не могу сесть в эту тачку? Да ну нет. Не верю. Что это светится? А, сзади меня эта штука. Ой, дай, дай, что дай, дай. Да повернись, пожалуйста. Пожалуйста, повернись.
Все, отлично. Минус. Перепрыгнуть. Быстрее, быстрее, быстрее. Ну, ну, каку... Падла, бесишь меня. Так, хорошо. Сейчас на нас будут эти штуки нападать. Давай, наверное, на четверку переключимся. Возьмем фальшфейер. Сейчас как начнется это все, то просто пойдем. Просто пешочком попробуем пройти. Зажав фальшфейер. Что за чёрт? Ага, не получилось. Не получилось, не фартануло, да? Тихо, 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 тихо. Тихонечко. Вообще ничего не вижу. Вообще ничего не вижу. Дай пройти. Дай пройти, пожалуйста. Ладно, пробежать это все не получится. Я рассчитывал по-быстрому это все пройти. Хорошо. Придется, значит, уничтожать это все. А ракетницы у нас, к сожалению, нету. Да-да-да, я понял, я понял, я понял. Так, кинуть, кинуть хаишку. Кинуть флешку. Свети, 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 свети. Да ёпта, игра, пожалуйста. Ну хватит. Чё за бред? Почему иногда нормально? Недавно начинается вот этот вот ужас, ужас такой вот творится. Так, перезарядить. Что тут дальше? Ага. Холодильничек, вот эта вот штука. Сейчас, погоди, 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 игра, погоди. Я не знаю, нужно ли светить конкретно на эти железяки. Угу, бум. Все, упало. Так, перепрыгнуть. Кинуть хаешку. Ёб твою. Я так понимаю, здоровье у нас восстанавливается, правильно? Или неправильно? Стой. Смени, 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 смени батарейку, смени батарейку. Все, отлично. Не будем спешить. И сейчас трактор, да, на нас нападать будет. Ну, да, как я угадал, ребят. Тихо, 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 тихо. Тихонечко, ты чего? Ну? Блин. Я не знаю, как на плойке в это играют. Но реально управление неудобное с компьютером. Так, контрольная точка. Отлично, мы добрались с вами до тачки. Кто молодец? Алан молодец. Ну, с этими попроще немножечко будет, чем с трактором. Ага, и даже тачка нападать сейчас будет, да, на нас. Все, 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 уезжай, 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 уезжай. Сюда? Меня. Или куда ехать? Не, походу. Как же ее заносит. Блин, а.
Так, ну по компасу мне куда-то вверх нужно ехать. А куда? Ага, вот сюда слева, да? Сейчас, ребят, две секундочки, попробую выехать отсюда. Во, да, вроде по дороге. Ага, кто-то еще и топориком кинул. Вообще красавчики. Погоди, мы ж тачку сможем сменить, правильно я понимаю? Давайте возьмем более целую. Так, сесть. Поехали. Не знаю, могут ли они ее здесь полностью все раздолбать, либо нет. Лучше, я думаю, поменять. Так, здорово, автобус. Так, а ну. Стой. Давай, поворачивайся. Все, приехали. Дальше пехом. Еб твой. Фальшфейер, хорошо. Угу, побежали. Ну да, нам не дадут просто так пройти, я так понимаю. И, наверное, не зря, да, здесь находится? Да. Не зря здесь эта штука находится. Так. Вас нужно уничтожить, да, я так понимаю, всех. Так, минус, минус. Сейчас, погоди, 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 погоди. Я понимаю, что нет ли у тебя мобилки с камерой позвонить бабуле, но не. Не в этот раз. Крыса, и такие, ах ты, клятый крыса. Клятый крыса. Все. Опачки. Стой. Так, ребят. До побачення. Побежали. Опа. Так, взять записку. Взять записку и дойти до света. Давай. Хорошо. Не хочу я с ними сражаться. Во-первых, я трачу только время, и плюс я трачу револьвер. Во, все, поехали. Блин, ну под конец уже могли как-то и поменьше этих врагов сделать. Чтобы чисто мы уже доехали спокойно и там уже разбирались, что происходит. Как там, лучше 8 раз по разу, чем один раз 8 раз. Так, тачка, ага. Так, погоди. И видели, там стрелочка была нарисована. Наверное, дробовик дома лежит, меня ждет. Так, ты где? Дробовичок. Или что меня здесь ждет? Ёб твою. Так, дай посмотреть. Нет, не дробовичок. Ага, тебе мало, да? Мало-помалу по плану вроде все идет. Так, все, побежали отсюда. Так, читать. Все посетители должны отметиться у смотрителя. Хорошо, по-любому. По-любому сейчас так и сделаем. Так. До побачення. Так, ты кто?
Минус еще один. Так, термос это, конечно, хорошо, но я думаю, что мы 20 с вами пропустили где-то. Добраться до озера. Ага. Ну, сейчас мы доберемся, только нужно будет открыть. Здорово. Как ты? Все хорошо у тебя. Блин, как же приятно с этим фонариком бегать, честно. Вот прям бы бегал бы и бегал бы с ним. Так, мы тут же спустимся, да, я думаю. Да, сможем, отлично. Давай-то берем с вами машинку и поехали. Я не могу понять, почему их тут так много. Этих точек. Так, один. Второй. А дальше пешком, да? А, не. Вроде пока мы даже едем. Угу, а тут тупик. Хорошо. Так. Погоди. А, это потрошки. Я думал, это этот, как его... генератор, который нам запускать надо. А, вот и генератор. Понял. Ну и тоже, наверное, сейчас тут будет супер-мега-пупер-босс, да? С которым нужно будет нам сражаться. Взять гранату, взять фальшфир, хорошо. А где эта штука находится, которую нам включить нужно? Где эта штука находится? Ёб твою, это что такое? Давайте, наверное, побудем в тачке. Не хотелось бы мне сейчас с кем-то тут встречаться. Ага, а вот и трактор, да? Точнее... Ёб твою. Тихонечко. Все, отстань от дяди. Ёб твою. Так, ребят, отстаньте, пожалуйста. Отстаньте, пожалуйста. А сядь в тачку. Не-не-не, ты чего? Дробовик используй. Ау! Прям в голову. Прикинь. Ясненько. Тачку нам испортили. Хорошо. Идем пешком. Так, и что это нам дало? Ага. Сейчас, наверное, пока место будешь 40 дней подниматься, на нас еще будет нападать, да? Я угадал? Или нет? Ну, дай пройти, пожалуйста. Хорошо. Ага, вот еще одна тачечка. Блин, ну это мне нравится. Такое мне точно нравится. Блин, ну это уже нисколько не хоррор, а сколько пизда гонки. С элементами головоломок. Подойди туда, открой то, найди это. Когда я рассказывал Барри, так, налево, направо. В освещенной комнате, я говорил так, будто знал, что делать. Но я не знал. Я опирался на меняющуюся логику сна. Я должен был строить путь к озеру через ужасы ночи. Я должен был щелкать старым потрепанным выключателем, пропитанным магией детства. Я должен был написать счастливый финал к роману ужасов. Я должен был спасти жену из темницы тьмы. Нам уж... Всем, кому я должен, я прощаю. Не?
Заехали к официанточке. Кофе выпили. Следуй. Ну, что-то мне не хочется сюда следовать, потому что я знаю, что у меня здесь по-любому кто-то будет сидеть ждать. Так, толкнуть. Стой, все, хватит. Или до конца нужно толкать. А, ну да. Если бы ты здесь бы остановился, ты бы не прошел бы по-любому. Но в любом случае. Так, кто тут нападать будет на нас? Так, давай включаем свет. Хорошо. Меняем. Во, вот это вот уже другой разговор, да? Блин, а что мне нужно? Я понимаю, что мне нужно будет. Я никогда ее не отдам. Ага. Здорово. Интересно, ты домики можешь кушать или не можешь? Кушать. Может попробовать в домиках их разобрать. Где эти штуки летающие? Так, здорово. Что ты тут? Бензопилу продаешь? Не, спасибо, братан, мне не надо. Спасибо, мне не надо. Я твою. Я же говорю, что не нужно. Спасибо большое. Честно. Ага, я так понимаю, сейчас нужно будет нам добежать до вот этой вот штуки, да? Светящейся. И управляя, отбиваться от летающих. Ладно. Ну, давай попробуем. Так, сфокусироваться. Ага. Она что-то летит. Я использовать. Чум. Чум. Как в этих, как звездных войнах, да? Тан-тан-тан-тан-та-дан. Тан-та-дан. А я могу повернуться? Нет, дальше не могу. Мне что-то кажется, что мы быстрее прошли с вами, если бы с дробовиком бы, наверное, на них нападал бы. Да? А ну давай посмотрим. Ага, ага. Обмануть, да, дядю хотели? А-ля. Обманщики. Ой, ёб твою. Так, все, отстаньте, пожалуйста, от меня. Толкай. Давай, быстрее, пока мисс они не дошли до нас. Все, теперь отпусти. Ёб твою. Где ты? Иди сюда. Все, понял, тебе не нравится, да? И мне тоже. Ага. По-любому. А, вот так, ребятки, как вам? Как вам такой расклад? Падла. Стоять. Стоять. Твою мать. Падла, бесишь меня. Перезаряжайся, пожалуйста. Хорошо. Хорошо, справились. Ребят, справились. Давай смотри, что тут у нас. Страница рукописи. Рукописи.
И что это мне дало? Кто мне может сказать? Судя по направлению компаса, мне сюда нужно идти куда-то. Погоди, давай залутаем все эти домики. Может, здесь еще что лежит? Может, реально тут еще что-то лежит? Может, потрошки на дробовичок? Ну, либо логическое объяснение, что здесь происходит. Ага, нету. Ни того, ни другого. Ладно, побежали отсюда. По прямой куда-то нужно. Наверное, через окно, да? Либо через окно, либо через... через лестницу какую-то. Так, окно нет. Может, через камин? Так, оно, разбежавшись, прыгнул через камин. Не. Стой, что я опускаю? Двигать, да? Двигать какой-то предмет. Нет, предмет двигать нельзя. Но по идее вот сюда. Ой. А, вот вижу, вижу, все, 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 все. Не кричите. Вижу, что нам нужно толкнуть. Отлично. Главное там мне самому не упасть туда. О. Не-не-не, ребят, не-не-не-не-не, все. Прекращайте. Прекращайте вот это вот баловаться. Я мог видеть Mirror Peak вдалеке. Там же было озеро Колдран. Угу, сейчас будем с птичками, да, сражаться. Озеро Винибагошиш. Так, дай мне запас. Желательно на дробовик. Знаете, что мне не нравится? Такое количество патронов и всего остального. Значит, нас тут что-то ждет мощное впереди. Все, поехали. Давай. Уи. Да, сейчас на нас птицы будут нападать, ребят, проверяй. Что-то мне так кажется. Что-то мне так кажется, сейчас будут на нас нападать птицы. Вот из-за этого столько фальшверов и столько всего. Кажется, я угадал. Все? Все, приехали. Ну да, теперь явно мы приехали. Давай быстрее, 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 быстрее. Все, хорошо. Но они в любом случае не отстанут. А тратить фальшфер вместе с этим, с ракетницей, мне как бы не хотелось бы. А нам в любом случае наверх нужно. В любом случае наверх, где эти птицы. Так, ну тут явно не... Ага. Тут явно не назад, да? Так, а давай мы сделаем вот так и... Толкай, 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 пожалуйста. Да не... А лови топор. Все, отлично. Божечки, как же вы меня бесите. Пиу, 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 или как там звук лазера в Звездных войнах. Все, пошли. Гребаный Дарт Вейдер. Ага, ага, ага. Так, сменить батарейку.
Сменить батареечку. Сменить штаны и сменить батарейку. Ага, нам наверх. Так, но перед тем, как мы туда пойдем, сейчас, секундочку. О, поехали. Так, сколько вас здесь? Много. Ах ты, падла. Ну и все, я с тобой не дружу. С тобой больше не дружу, раз ты так вот это вот в меня топориком. Даже и не подходи. Чисто уходи и дверь закрой. Я думаю, мы, наверное, с вами сохраним ракетницу для босса. Ну, тут, по идее, должен быть босс. Мы, наверное, же будем с этой бабкой сражаться, правильно? А как ее победить? Правильно, с помощью света. Фальшфер — классная штука. О, здорово. Как оно? Как ты? Как ты, братиш? Погоди. Ты тут один? Что это за звук такой? Блин, не хотел на тебя тратить. Честно, не хотел на тебя тратить этот... ракетницу. Ну все, отстань от дяди. Ага. Стоять. Все, хорошо. Отлично, отлично. Ёб твою... твою дебила кусок. Хорошо. Дай сюда. Заряжайся. Заряжайся, заряжайся. Все, побежали. Блин, нам вот этого флеша победить как-то надо, да? Нам реально этого флеша надо как-то победить. Все, хорошо, победили. Нам бы спокойно дальше проходить бы не дал бы, я уверен. Ага, еще один, да? Зараза. Ну да. Где ты? Ёб твою. Найс. Справились? Ой, даже не хочу знать, что это такое. Честно, даже не хочу знать, что это такое. Это упало. Божечки, еще одно. Откуда это все? Ёб твою. Падла, бесишь меня? Реально бесишь меня. Ну остановись, ну иди сюда давай. Все. Успокоился.
не такой уже храбрый. Надо было сделать этих монстров еще быстрее. Ну, чтоб они вот так блядь, туда-сюда бегали. Что я вообще ни хера не видел. Только не говори, что мне еще с трактором сражаться надо. Ёб твою. Раз. Ага. И все заново. Ага. Прикольненько. Прикольненько. Спасибо, игра. Спасибо тебе. Ладно, ладно. Биг бадабум. Так, стоять. Бум. Все, 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 все. Отстаньте, пожалуйста. Беги на свет, беги на свет. Беги на свет. Не хватало мне тут еще 12 тысяч дней проходить это все. Ребятки, ну отстаньте, пожалуйста. Отстаньте, пожалуйста, я вас прошу. Хватит, все, успокойтесь. Я пришел с миром, честно. Ёб твою. Ладно, назад надо сбегать, здоровье пополнить. Как хорошо, что здесь сохранение, да? И нам не приходится проходить это все по 300 раз заново. Ладно. Хорошо. Я думаю, желательно пищу, наверное, да? Сбегать бы назад бы, ну ладно. Падла, ну я ж попал в тебя. Гребаная ты козюля. Все, побежали. Побежали, побежали. Так, здесь бросаем хаешку. Давай. Раз. А что так долго? Кого ждем? Особое приглашение, я не могу понять. О, блин. Все, вроде бы контрольная точка, правильно я понимаю? По идее, если что-то произойдет, то будем начинать уже с вами конкретно с этого места. Так. Угу. Еще что-то летит, да? Ёб твою. Ты ж не оживешь, я надеюсь. Не?
Так. Судя по всему, нам вот сюда. Ёб твою, а что меня ударило? Скажи, пожалуйста, что меня ударило, если я за камушком был? Алло, игра, не прикалывайся. Ага. А я смогу просто пробежать? Просто наверх пробежать смогу? Да. Я никогда в своей жизни так быстро не бегал, да? Как сейчас. Так, огонь, ага. Добраться до озера и... Погоди. О. Кто-то есть. Гранатки, гранатки. Наверху кто-то дышит. Что у нас по поводу дробовика? 5 штучек есть. Давай перезарядим. И побегаем с дробовиком. Помповое ружье. А ну, поменять. Лучше, да? Тьма контролирует что-то там кого-то. Угу. Да, я угадаю, я сейчас прыгну, и сейчас начнется, да? Ну, по-любому. По-любому сейчас начнется. Потому что здесь бы, если мне было какой-то массовой атаки, не раскидали вот эти вот штуки для нас. Причем реально их конкретно много. Мне нужно запустить генератор. Каким образом? Где эта штука находится? Где генератор? Как сфокусироваться? Так, ну тут нету, там нету. Ага, вижу. Вижу, вижу, вижу. Во, сколько всего ля. Да, наверное, сейчас, когда запустим, они и попрут. Ну, во-во-во, про что я и говорил. Про что я и говорил. Так, ребят, вы в порядке? Бум. Ёб твою. Хорошо. Не-н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 е
Ёб твой, уходи. Раздавить же. Дай зайти, пожалуйста. Дай зайти. О, жесть. Так, перезарядить. А, да. Кто бы сомневался, что лампочка потухнет. Ну? Использовать? Ты серьезно, ты вниз едешь? Алло, игра. Не понял. Честно, не понял. Так, ну дверка вот тут должна открываться, хорошо. Ну? А, все гораздо проще. Все гораздо проще, чем я думал, да? Так, батарейки взяли. Ой.
Ой, ой. Давай потратим эти штуки. Ага, сзади нас еще кто-то есть. Отстань. Отстань со своим топориком. Отстань со своим гребаным топориком. Ну, лодка, уходи. Блять, кто это делает? Иди сюда. Иди-ка ты нахуй сюда. Ты заебал, блять. Тырк, 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 тырк. Дядя занят, дядя лодку разбирает. Дед, блять, вот тырк, 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 тырк. Дебила кусок. Делайте, что велено. Божечки, ничего не вижу. Еб твою. Все, может, хватит? Может, реально хватит? Элис никогда вас не любила. Врешь, собака. Любила, я знаю. Ага. О, а вот это уже серьезно. Тихо, тихо, тихо. А у меня больше нету этих штук. Как их? Фальшфееров. И что ты мне предлагаешь здесь делать? Светить просто? Тихо, стой! Бля, вагоном по лицу больно же. Вам не победить. Врёшь, я тебя победю. Я знаю, что я победю. А, стой. Бум. Давай, лупашим. Лупашим. Правильно я же делаю? Или неправильно? Я просто не знаю. Возможно, так надо их разбирать. Чтоб поменьше их было. Я так понимаю, они здесь бесконечные, да? Так. Угу, ну ладно. Перезарядить. Нужно вонзить свет прямо в сердце. Вы обречены. Нет. Ты обречена. Все это у вас в голове. Вы сами это сотворили. Сама ты это сотворила. Это у тебя в голове, а не у меня.
Малыш, тебе приснился дурной сон. Просто ночной кошмар. Нет. Все хорошо. Ты дома. Это не сон. Все хорошо. Ты дома. Включи свет. Включи свет! Милый, питания нет. Возвращайся в постель. А я помогу тебе забыть о страхе темноты. Это твой страх? И почему тебе не страшно? Ты не Элис. Включи свет, быстро! Свет включила. Щелкунчик, что ты с ним сделала? Нолан, ты толком не проснулся. Ты говоришь какую-то чепуху. Говорю, щелкунчик где? Женщина. Нет. Алан, ты меня пугаешь. Возвращайся в постель. Сама ты меня пугаешь. Хочешь, я позвоню доктору Хартману? Так, где щелкунчик, женщина? Великолепно. Погружение — твоя лучшая работа. Ты гений. Я так горжусь тобой. Евгений. Возвращайся в постель. Мы поговорим. Нет, погоди, сейчас я найду вернись щелкунчик. Вернись в постель, Том. Так, взять. Щелкнуть. Тебе нужно добраться до дома. Она хочет тебе помешать. Она не даст пройти. У нее нет сердца. Только тьма внутри. Ты должен наполнить ее сердце светом. Игнорируй его, это мистер Сон. Твои друзья познакомятся с ним, когда ты уйдешь. Воспользуйся щелкунчиком. Так, ну давай. Давай пользуйся щелкунчиком. Куда? Телефон. Птичка, ша. Так. Термос. Нет, птица, телефон. Где щелкунчик? Бочка, телефон, ту-ту-ту, тумбочка. Один, а щелкунчик, как им воспользоваться? Птица. Угу. Пиша. А ты? А, нам дальше надо идти. Хорошо, мне. Что? Я ухожу. Мне обязательно это все нужно проявлять. В общем, я полюбила другого. Нет, почему? Ты не можешь? Ты меня не любишь. Да ты и не можешь. Ведь ты не любишь даже себя. Ты мучаешь себя работой, которую уже не можешь делать. Нет, я люблю тебя больше всего на свете. Ты моя муза. Нига. Кто ты? Что ты сделала с моей Элис? Алан? Что ты делаешь? Включи свет! Что ты делаешь, Алан? Остановись! Включи свет! Это был фантазм. В реальности этого не происходило. Ты не моя Барбара! Том, отпусти! Я обещаю быть хорошим. Развяжи меня, озорни. Я помогу тебе написать шедевр. Я буду любить тебя больше. Нет, ты не Барбара Джаггер. Я совершил ужасную ошибку. Я не должен был вписывать тебя в реальность. Ты вернулась другой. Твое сердце наполнено тьмой. Убери нож, Томас. Положи его. Твое сердце наполнено тьмой. Я вырежу его. А после я верну тебя обратно в бездну. Так, еще чуть-чуть осталось. Держи, зайка, мы идем. Наполнено тьмой. Отпусти!
Теперь вы никогда не вернете ее. Я гораздо старше вас. Старше, чем ваша первая книга. Я найду в себе новый облик кого-то, чей сон освободит меня. Ощутил присутствие Элис и понял, что нужно делать. Я знал, каким будет конец погружения. Есть свет и тьма, причина и следствие, есть вина и есть искупление. Но всегда должен быть баланс, и ничто не дается даром. Вот где ошибся Зейн. Предстоит долгое путешествие через ночь назад, к свету. О, нет!
Это не озеро. Это океан.